Олег Смирнов, Дмитрий Айдов, Егор Тараканов, Дмитрий Кудряшов, Сергей Ваганов, Евгений Родин, Сергей Редькин и Андрей Сальников. Для болельщиков легендарного, но, к сожалению, уже канувшего в лето футбольного клуба «Нижний Новгород», эти имена звучат как самые сильные мантры. Уже в третий год подряд на стадионе «Северный» в канун Нового года проходит уникальный матч звезд нижегородского футбола. Главным идеологом этой традиции является прославленный арбитр ФИФА Игорь Егоров. Приятно, что ребята приезжают из других городов и играют в футбол, получают это удовольствие, получают удовольствие от общения с собой и вспоминают те года, которые они были в этом клубе и на этом стадионе, потому что здесь проходила вся их жизнь. То есть в нашем клубе была какая-то особая атмосфера. То есть ребята за много часов до тренировки приходили сюда и после тренировки опять же оставались на стадионе. То есть у них была комната, где они могли сидеть, общаться, разговаривать. То есть это была какая-то семья. Немногочисленные болельщики без преувеличения, с придыханием и ностальгией смотрели на знаменитые и очень красивые комбинации, которыми в свое время славился Нижний Новгород. Словно никуда и не уезжал Дмитрий Кудряшов. Бронзовый призер в составе ФКНН и капитан команды сезона 2011-2012 года порадовал своими великолепными длинными навесными пасами и, конечно же, дальними ударами. Правда, первый гол в этом матче Дмитрий забил не самый эстетский. А всего за первый тайм сборная экс-игроков Нижнего забила 3 мяча против 2 в исполнении сборной Нижегородской области. Конечно, это все та же атмосфера, дружелюбная всегда в команде, со смехом, со всем. Очень приятно опять вернуться в это все. Конечно, очень приятно, ностальгия, конечно, как-никак. Ну и спортивную составляющую никто не отменял. Нет, конечно. Порой комбинации. Обязательно должны победить сегодня. Да, все, спасибо. Основное время матча завершилось со счетом 5-5. Авторами голов за ФКНН стали Дмитрий Кудряшов и Сергей Ваганов. Андрей Сальников отметился дублем, а Игорь Егоров поразил ворота с пенальти. За сборную области забивали Давид Давидян, Михаил Захряпин и Михаил Сорочкин. Олег Макеев отличился 2. Победители же определили в серии пенальти. У ФКНН точно пробили все 5 игроков. А вот один из ударов сборной парировал вратарь Олег Смирнов.